Несли компьютер на переустановку винды. Смотрю в корпус. Не могу понять. Что-то здесь не так. Вот такой вот прикольчик. SATA подключен сам в себя. И все же работает. Никогда такое не встречал. Даже не задумывался, что будет, если вот так сделать. Но нет, как мы видим, все работает. Диск определяется корректно. Давайте попробуем отсоединить. Ага, тут еще не так просто отсоединить. Надо отсоединять тот красненький сначала. Вот такие чудеса.